Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Ford Explorer 2013 года выпуска, 3,5 литра бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 113 тысяч километров, заменю на нем масло в коробке автомат. Здесь просто будет частичная замена, слив-залив, фильтр не меняется, чтобы заменить фильтр нужно половинить коробку. Поэтому поднимаю автомобиль, но перед этим открываю капот, выкручиваю щуп и смотрим, какой уровень масла. Здесь щуп находится под корпусом воздушного фильтра. Вот я на него свечу, пробочка. Она же заливная, она же и является щупом. Мы сейчас ее выкрутим. Дополнительно ничего снимать не буду. Здесь можно подлезть и также потом воронку поставлю и через воронку буду заливать. Сейчас вытащу щуп, уровень посмотрю. Ну, сейчас он забрызганный, протираю его и замеряю. Почитал, здесь мерится на заглушенный двигатель. Вот сейчас видно, масло получается с обратной стороны. Вот я сейчас вытер масло, было масло в середине деления от минимума до максимума, вот именно по зебре, вот по этой. Но коробка сейчас горячая, масло должно быть по максимуму. Ладно, поднимаю, сливаю. Здесь снизу две пробки на 11. Выкручиваем сначала верхнюю. И ослаблю нижнюю. Посмотрю, сколько через верхнюю сольется. Только почему две сделаны? Странно. Да тут там 50 грамм, но масло грязное. Масло грязное. Ну и нижнюю откручиваю. Это быстрее всего верхняя для воздуха. Все, масло стекло. Закручиваю на место пробки. Стекло примерно около 5 литров. Также залью 4,5. Прогоню во всех режимах.
Опускаю, заливаю масло. Состояние масла плохое и пахнет немножко подпалено. Наверное, масло вообще в коробке не менялось. Масло буду использовать фордовское. Motorcraft Mercuron LF. Номер для заказа. Номер для заказа. Сейчас посмотрю. Вот номер нашел для заказа. XT10Q LVC. Но почему на коробке этого номера я не увидел? Вот это интересно. Должен был быть на коробке такой номер. А, вот он. XT10Q LVC. Ладно, заливаем. Ставил воронку гофру. И вливаю 4,5 литра масла. Потихонечку, не спеша. Так, масло я залил. Закрываю щуп. Запускаю двигатель и проходимся по всем режимам. С задержкой примерно на каждом секунд по 10. Опускаемся вниз по передачам и поднимаемся вверх. Ну, еще разок так проходимся и глушим двигатель. Это частичная замена. Мы путем вымывания, как говорится, размешивания масла поменяем. Такое хорошо делать каждые 60 тысяч километров. И тогда все ходит нормально. Ладно, прогоняем, глушим и сливаем. Автомобиль подниму и буду уже сливать. Выкручиваю пробки обе. Ну пусть он ему и выскажет тогда. И выкручиваю вторую. Видно, масло все равно темное. Где-то 1000 через 20 лучше всего еще будет на раз заменить. Сливай. Масло стекло. Закручиваю на место пробки.
Резьба конусная, сильно тянуть не надо. Маслянистые разводы уберем. Очиститель карбюратора обычный. Опускаю автомобиль и заливаю масло. Залил масло 5,5 литров. Сейчас заведем, прогоним, заглушим, дадим слиться, чтобы масло сбежало. И потом уже щупом замерю уровень, посмотреть, какой он будет. Масло в коробке должно быть температурой 45-50 градусов. Подогреем. Все, двигатель поработал. Коробка прогрелась где-то порядка 47 градусов. Глушу автомобиль. Даю стечь и достаю щуп. Все, масло сбежало. Я еще немножко добавил. В общей сложности у меня ушло, чтобы уровень выставить, 5,5 литров масла на доливку. Я правильно сделал, что на первую сделал 4,5, залил. Вот щуп. Вот, вот масло. По верхнюю меточку. Ну и все, ставлю на место щуп. И на этом замену масла в коробке автомат я закончил. Всего вам доброго!